Привет на канале Мусалим. Форд Куга у нас в работе. Мы уже ее разобрали. Будем делать полную шумоизоляцию. Покажем вам, как выглядит автомобиль в разобранном состоянии и какая шумоизоляция штатная присутствует. Как видим, в дверях нету. В салоне вот такие вот небольшие пласты, полоски. Это только снимает вибрацию железа. Этого, к сожалению, очень мало. В данный момент у нас это начинаем обезжиривать все детали. Материал обязательно горячим и прокатанным должен быть. На арках. Вот так это все выглядит. В багажнике данные полоски не дают никакого эффекта, а арки голые. Все, мы приступаем. Всем спасибо, пока-пока.